Как вы украшаете свою квартиру к Новому году? Именно такой вопрос мы задали людям в нашей группе ВКонтакте. Абсолютное большинство ответивших, а это почти 60%, проголосовали за вариант «ставлю елку, развешиваю гирлянды, украшаю окна». В общем, создают полную атмосферу праздника и чуда. По 19% голосов набрали варианты «ставлю елку и не украшаю». Все-таки пермяки готовятся к празднику. Кто-то даже вот подъезд украшает, как это делает Елена Пазникова. Этот же вопрос мы задавали и прохожим на улице. И вот что люди говорят. Ну, безусловно, это елка, это гирлянды на окнах, наклейки со снежинками. В основном украшением занимаются дети. Елку ставим, новогодние наклейки на окна клеим. Как-то так. Желающих много. Семья вся. То есть кто-то одним занимается, кто-то другим, кто-то елку, кто-то салаты. Как и все, елка, гирлянды, игрушки. А кто занимается в основном украшением? Я и девушка. Елка. А еще я делаю украшения на окна. Из бумаги. Сама рисую, выбираю сюжет, вырезаю. По мультику иногда бывает. Падал прошлогодний снег. Выбираю главных героев, рисую их, вырезаю, клею на стекло. У меня получается такая сказка новогодняя. Уже много лет мы бережем природу, восстанавливаем искусственную елку. Но искусственная елка у нас хорошая, она очень похожа на настоящую. Вот. Собираемся всей семьей. К нам приезжает сын, который живет уже не вместе. И вместе с нами украшает елку. То есть это как бы своего рода семейная традиция. Квартиру не украшаем. Елка и гирлянда, также мишура. А кто обычно этим занимается? Мы с женой. Мы поставили елку. К нам приехали родственники, стали помогать. То есть у нас горят огни. Мишура, соответственно, конечно, есть. И гирлянды, которые мигают.